Анапа пережила такую эпоху войн. Столько было пролито крови на этой земле маленькой. Это русско-турецкая война, Великая Отечественная война, унесшая огромное количество жизней. В Краснодарском крае прошел автопробег по местам боевой славы Кубани, посвященный 70-летию Великой Победы. Краснодарская организация «Российский союз ветеранов Афганистана» поделилась с нами, что такие мероприятия учат нашу молодежь чтить и помнить историю Отечества. Наш город стал первым пунктом на маршруте следования автопробега. Анапа заслужила звание города воинской славы. И, конечно, мы проводим этот концерт в памяти вашего земляка, который вот трагически погиб в прошлом году, Павла Сергеевича Саркисяна, который длительные годы возглавлял организацию инвалидов войны в Афганистане. В сквере воинской славы состоялось возложение цветов к вечному огню и памятнику воину-афганцу. Следом на театральной площади прошел концерт народного самодеятельного коллектива ветеранов боевых действий «Шурави». Его участники исполнили военно-патриотические песни.